бить палкой, бить палкой, бить палкой. Сломал палку об него, ты видел? Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами Вовкин, и у нас новая игрушка. Игра называется City Fighter, это первый запуск на моем телефончике. Так, вот только запустил, нас сразу встречает Orange 3. Мы, конечно же, нажимаем Collect, 200 апельсин нам дают. Наверное, это какая-то внутриигровая валюта, скорее всего так. Так, что у нас здесь? Какой-то пацанчик такой уже стоит прям в стойке, драться готов. Девчонка даже есть, нифига себе. Это уже какой-то за апельсинки. Покупать персонажей за апельсинки. В первый раз такое вижу. Кстати, ребятушки, ставьте лайк, я ищу для вас крутые игрушечки. Ну и подписывайтесь на канал, кто не подписан. А если уж подписались, нажимайте на колокольчик и переходите на канал, смотрите другие мои видосики. Так, девчонка с хвостами, это какой-то прям в костюмчике такой пацан. Кто-то еще, ох ты, смотри, какой смешной. У него что, лопатка вставлена в прическу? Интересно, так, это что за ковбой в шляпе? Одноглазый Джо какой-то. Точно, Джонс его даже зовут. Это я просто так сказал, одноглазый Джо. Это что, джентльмен? Их-то еще, у них название есть. Это Кро. Мне интересно на вот этого парня посмотреть. Агент С. Ладно, хорошо, кто самый крутой? Это Брюс Ли. Нет, это Different Man. Что-то непонятно. Так, ладно, а как этого зовут? Или вот эту? Никак. А, Чунлай. А это Ария. Ария? Ария Старк? Интересно. Слушай, ну, тут еще есть какое-то оружие. Дубинка есть. Это что такое? Какая-то палка милицейская, полицейская. Это что такое? Так, тут на все есть название. Да, бейсбольная бита. Это Тонфа. Это Бостав. Что это такое? Ну, короче, какой-то шест, палка. Гаечный ключ. Офигеть, плохо, что их нельзя крутить. Отмычка. Сковородка, молоток. Слушай, а кувалда есть? Я бы молоток взял. Пен, как взять? Бэк, ладно, вернемся. Ну, пока мне не надо. Ладно, в общем, давай уже начинать. Так, честно говоря, сейчас думал, сейчас включится реклама. Нет, без рекламы, что ли. Вообще не знаю, нужен ли тут интернет, но у меня пока не включен. Ну, а смотри, раздамаживаем как. Ты видел? Он коленом удал прям по башке. Ах ты, жук такой. Ты что такой злой, а? На, перкотик, двоечка, троечка прошла. Отлично, это что такое? А, это стой, блок. Ха-ха! Тут еще и слоу-мо присутствует, представляешь? Так, почему всего одна звезда? Рестарт. Это плохо. Что это значит вообще? Сейчас с прыжка. На. Вот так вот. Какую-то бабеху раздамажил. Что там еще, что-то падает? Ух ты! Ах ты! Жук такой! Ну а панч тебе, панч, кик! Что-то еще падает тут. Граб! А, граб это схватить! На! Коленом, по-моему, не в сызу потом повылетали. Так. Хочу с прыжка. Опа! Да что ж такое? Ах ты, усатый Джон! Посмотри, он хотел палку взять. На! Давай, давай, би-би-би! Би-би-би! Бах! Ба-бам! Отлично. Как взять палку? Слушай, все равно одна звезда. Так, все-таки в игре есть реклама. И ее уже вырезал. Так, почему? Вот эти. А, смотри. Ух ты! А вот это прикольно. Ну а! Ты видел? Можно брать ящики. И палку, значит, можно было брать. Блин, можно вверх-вниз ходить, ребятушки. Я не знал, вот теперь знаю. Так. Че, я думал, возьму сейчас этот кубик. Там как, это что, Жигули, шестерка там? Стоит разбитая, ты видел? Ах ты, жук такой. Че дерешься-то? Получай. Так, апельсинчики. Да ж, посмотри, какие они злые прям. Вот так вот. Отлично. Так, а, все, прошли. Две звезды уже. Начинаем, ребятушки, потихоньку подниматься. Да, одна звезда была, две звезды. Сейчас, надеюсь, будет три звезды. Так, у нас новая локация какая-то. Слушай, опасно туда идти. Шмяк, вот так, как я умею, а? Шмяк! В воздухе просто. Так, вот сейчас кто-то там оттуда вылетит. И мне это не нравится. А-а-а! Отвали! Шмяк, отлично. Блин, он меня ударил.
Ты за это заплатишь. Это какой-то Саб-Зеро был, что ли? Ох ты! Бах, буду в воздухе уфигарить всех. Ниндзя? Это ниндзя? Какой-то ты плохой ниндзя. Панч, 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 кик, 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 кик. Нокдаун. Ах ты, живой что, смотри, получай, пацан. Я понял, от чего здесь зависят эти звездочки, ты понял? Чем больше меня бьют, тем, значит, меньше звездочек. А чё он такой здоровый-то? Прям неубиваемый, что ли? Нет, все, убили, победили. 3 звезды. Отлично, next. Так, ребятушки, мы продолжаем. Это у нас уже герой 4 уровень. Это какая-то тюряшка, что ли? Представляешь? Кик тебя. Кик, а теперь панч. А теперь граб. Мяк, завалил, ты видел? Отлично. Та распластала ручки, ножки. Так, сейчас кого-то бросим. На, отлично, с первого раза прям сразу ящиком по башке, конечно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что ж ты творишь, а? Дерется, драчунья какая. На. Это ж тетка была, да? Я ж не рыцарь. На, в воздухе прям, смотри. Граб. Граб, схвати его, пацан. Давай, кик. Панч. Что так? Ты живой еще? Ах ты. Да посмотри, что он творит, а. Вот так, с разворотика, шмяк. Вот так, апперкотиком. Панч. Кик. Лоу-кик, шмяк. Ах ты. Он в шлеме, поэтому он такой прям... Хрен, победишь его. Борис, фиг победишь. Так. Да посмотри, это, наверное, босяра. А, он еще и с бородой, ты понял, у него борода, удары все прям смягчало, мне так кажется. Реклама тут, конечно, хочу сказать вам, многовато. Ну, да ладно. Так, ну что, продолжаем. Так, панч, ах ты, жучара. На, вот так тебе. Как мы могем. О, возьму сейчас ящик. И кину в этого дядьку. Получи. Прям ящиком, ты видишь, с первого ударчика всех фигаришь. Так, ну дальше будет сложнее, мне так кажется. Так, вот. Кик. А теперь граб. Шмяк, получай. Отлично. Ух ты. Панч. Панчер, мега-панчер. Ух ты, это босяра, представляешь? Сейчас мы его заграбим. Грабом. Так, отлично. Какой отлично? Ничего не отлично. Давай, хватай его. Он не дает себя схватить, понимаешь? Ты что, кикбоксер, что ли? Я не пойму. Ты у кого тренировался? У Чак Норриса или у Брюс Ли? А-а-а! У меня поджопники какие-то бьют. Хорошо, мы тебя прям просто так в рукопашную. Рукопаха погнала. Так, теперь ногой. С колена, шмяк. Живой еще, живой? Получи. Все, нечего со мной связываться. Не с тем ты связался, пацан. Ребятушки, идем дальше. Это что? Это какая-то... стройка или что? Горы какие-то. Что это здесь происходит? Там моцки стоят, ты видел? Ай-яй-яй, это опасно. Это очень опасно. Вот так вот их прям самое лучшее колбасить, ты видишь? С прыжка в воздухе. Так, сейчас возьму вот эту коробку. Ах ты, жук, это была моя коробка. Это была моя самая любимая коробочка. Он ее забрал и кинул в меня. Мотоциклы стоят. Опять этот бородач. Получи. Получай по щам. Вот так, отлично. А это что за викинг? Что у него там за маска такая? А это не викинг, это у него какая-то рыба съела его голову. Это босяра, типа босяры, представляешь? Но, резко. Дерзкий, как пуля резкий. Получай. Но наш-то пацанчик прям драчун еще тот. Ты видел? Опа, как он ногой его вынес просто. Так, ребятушки, у нас следующий уровень, Герой 7. Так, здесь мы уже были, какая-то улочка с магазинами. Так, ну это тут прям изи, легко. Отдохни, девчоночка, полежи, набери сил. Шмяк, получай, да? Вот это мне нравится. Ой-ой-ой, панч. На, отдел на башню ей. Так, это босяра или что? Кто это? Босяра или колбасяра? Точно, мы его сейчас заграбим. На, с колена прям выносит. Лучше всего. Ой, убегаем. Боюсь, я тебя боюсь. Шучу.
Так, никто тебя не боится. Давай, давай, давай. Чё, крутой что ли, да? На, отхватил. Будешь знать. Две звезды. Ну да ладно. Так, ребятушки, у нас уже поменялась локация. Это чё, какой-то деревенька какая-то. Очень странная. Это что за деревенщина к нам идет? Деревенщина из деревни. Так, это... О, живой еще. Живой. Он, наверное, очень страшный, потом поднял пакет на голову. Опача. Слушай, а как ее взять, эту палку? Хочу взять палку. Нельзя брать. Он взял две, ты видел? Ты что, вообще обалдевший, что ли? Дайте мне хоть одну палку, как схватить ее? Они все берут палки, подбирают. А я? Граб, граб, граб. Давай, с колена. Шмяк, шмяк. Потыкнем по репе. Ах, ты опять палку взяла? Так, нечестно. Дерись честно, дерись как пацан. Так, 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 шмяк, шмяк. Кик, кик, лоудаун какой-то там. Чего мы только не делаем с ним? Он опять дубину схватил. Да отстань ты. Успокойся, угомонись. Ты почему? Смотри, он неугомонный. Вот так. Неужели, наконец? Я взял палку. Так, надеюсь, я сейчас буду с палкой? Нет, без палки. Где моя дубина? Это какие-то военные действия. Там танк, смотри. Это мы где? В Сомали? Сомалийские пираты нас нападают. Бам! Граб, граб, граб. Панч, панч, панч. Кик. Кик-шмик. Кик-шмик-фик. Так, давайте кто-нибудь с дубиной к нам подойдет. Какие-то прям, смотри, серьезные парни. Опять этот с рыбой на голове, только уже с красненькой рыбой. Панч, 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 панч. Спанч Боб. Квадратные штаны. Бенни, это Бенни. Это скользкий Бенни к нам пожаловал. На, на, на. Самый лучший вот этот удар с коленом в бошку. Сносит прям больше всего. И мне это нравится. Ну что, с дубиной никого не было, жалко. Так, ребятки, и у нас следующий уровень. Ой, чувствую, здесь сейчас будет прям... Ого-го! Прям мне на голову. Оу! Оу, чувак, ты очень злой. И мне пора домой. Да ладно, шучу, шучу. Сейчас я тебя отфигачу. Так, хорошо. Идем, идем, идем. Дайте мне дубину. Кик. Кик, шмик. Вот так, он чужой. Ой-ой-ой, это вообще какой-то ниндзя ко мне идет. На. Бах, бах, бах. И все. Это ж, это какой-то клоун. Ты чего? Клоуняра. Точно, клоун. Так, тут даже так написано. Смотри, он крутится, прям вертится. Реально очень резкий. Очень дерзкий. И живучий. Так, ну мы-то его вырубим по любасу. Ой-ой-ой. Ящики сверху падают. Что ж такое? Как же с этим быть? Опа, чё, давай, завалил. Мочи его. Мочи, гада. Отлично, мы прошли. Что же, ребятушки, на этом будем с вами прощаться. Надеюсь, видео вам понравилось. Пишите, как вам эта игрушка, будете ли качать вы ее себе на телефон. Вот, ну и конечно же подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик. Будьте самыми первыми в курсе новых видео на моем канале. И да, не забывайте заходить на канал и смотреть другие мои видео. А пока я сейчас попробую поднять все-таки палку и на этом будем уже заканчивать. Так. Вот, да что ж такое, а? Надо с ним разобраться. Как бить палкой? Бить палкой, бить палкой, бить палкой. Сломал палку об него, ты видел? Что ж такое? Это вообще какой-то злостный ниндзя прям, а? Сейчас коленом мы его раздамажим. Коленом, колено пошло, колено работает. Отлично. Победили. Все, ребятушки, всем пока, всем спасибо.